И вновь я рад приветствовать вас, мои дорогие друзья. Мы переходим к кампании Альянса. И по прологу он был маленький, состоял всего из двух миссий, двух огромнейших видео. Ну, для того времени. А сейчас нас ждет уже кампания Альянса и Лордерона. Согласно нашим донесениям, орки перегруппировывают войска. И недавние нападения на резервации — прямое тому подтверждение. Согласен. Орда уходит. Но это же абсурд! Мы же не будем просто сидеть и смотреть, как орда марширует... Мы собрались здесь не ради орков. Сколько раз я должен повторить это, чтобы вы поняли меня? Король Теренес, прислушайтесь к моим словам. Эпидемия чумы, охватившая северные земли, может иметь ужасные последствия. Чума? Это попахивает паранойей. Давайте по порядку. Даже если эта чума действительно представляет для нас угрозу, что вы предлагаете делать? Все очень просто. Как я уже говорил, Кирин Тор готов подвергнуть ряд деревень строгой изоляции. Я не допущу этого, пока у меня не будет веского подтверждения ваших слов, посол. Людям Лордерона выпало слишком много испытаний, чтобы теперь становиться пленниками в своих же собственных землях. Что это значит? Кто ты такой? Человечество в опасности. Тьма возвращается. И мир находится на грани войны. Довольно. Стража, уведите этого безумца. Слушайте меня. Единственное спасение для вас, люди, это путь на запад, в древние на земли Калимдора. Ты сошел с ума. Подождите, посол. Я не знаю, кто ты и во что веришь, но сейчас не время для пустых пророчеств. Война уже угрожает нашим землям, но принимать решение будем мы сами. А теперь убирайся. Моя ошибка обошлась человечеству слишком дорого. Это не должно повториться вновь. Если вы не способны нести это бремя, я отыщу того, кому оно будет по силам. Я сделал все, что мог. Они сами избрали свой путь. Глава первая. Оборона Странбарда. Недавнее восстание орков в Южном Лордероне вынудило Верховное Командование Альянса принять самые решительные меры. Двум знаменитым паладинам, Утеру Светоносному и Артасу Принцу Лордерона, было приказано разобраться с орками раз и навсегда. Добро пожаловать, принц Артес. Ваше присутствие — большая честь для всех нас. Не нужно формальности, Утор. Я еще не король. Рад тебя видеть. Я тоже рад, мой мальчик. Хорошо, что король Теренес прислал мне на помощь именно тебя. Мой отец не теряет надежды, что рядом с тобой я наберусь терпения и опыта.
Всякий отец имеет право мечтать. Мы остановились здесь. Разведчики сообщают, что где-то за следующим холмом укрыт лагерь орков. Так я и думал. Это еще не все. Неподалеку находится деревня Странборд. Орки собираются напасть на нее. Насколько мне известно, деревня совершенно беззащитна. Я должен немедленно отправиться к лагерю орков. Ты можешь взять на себя защиту Странборда? Конечно, Утар. За меня не беспокойся. Хорошо. Когда деревня будет в безопасности, приходи к лагерю орков. Я буду ждать тебя там. Будь осторожен. Ну что ж, дорогие друзья. Я служу свету. Я служу свету и никому иному. Отличный план. Поэтому подбираю лечебное зелье. Отличный вообще, план. На самом деле, всем большой привет. Поздно просить пощады. Надеюсь, вам Разумеется. Все нравится то, что я делаю. Конечно. То, чем я занимаюсь. Разумеется. И то, как я это делаю. И, отличный план. Вы поняли, о чем за я. За честь и отвагу. Мы посмотрим, что будет здесь интересного. А пока прошу подождать буквально пару секунд. Итак, мы продолжаем. Для вас, скорее всего, ничего не поменялось. Конечно. Вы, более Теперь того, даже не заметили особо, что я куда-то уходил. Отличный план. Ну, берем с вами свиток. Конечно. Защиты, свиток лечебного зелья. Ну, не Разумеется. Просто лечебное зелье. Ну, отличный ладно. План. А что у нас по заданию? По заданию доберитесь до Странборда. Артас не должен погибнуть. На Странборд напали орки. Немедленно отправляйтесь в деревню, уничтожьте их всех до единого. Конечно. За честь и отвагу! Отлично. У нас появляется шанс спасти Конечно. Людей. Это Добро всегда пожаловать хорошо. В нашу деревню. Спасибо тебе, друже. Разумеется. Рад, что ты рад меня видеть. Поздно просить пощады. Отличный план. Так. За честь и отвагу! Это фиолетовый Отличный план. Меня, как всегда, как-то смущало. Здравствуй. За честь и отвагу! Ну да ладно. Отличный план. Детишки тут. Приветствую вас, ваше высочество. Конечно. И я тебя приветствую, друже. За честь и отвагу! Мы будем драться за Лордерон. Прям драться? Мужики, к оружию! Давайте, к оружию. О, новые солдатики. Дает мне силу. Отлично. Жалкий глупец. Солдаты, это всегда хорошо. Мы с вами сейчас будем разбивать. Конечно. Все, что только можно. О, еще один квестик. Прошу вас, помогите. Гнолы утащили в лес моего крошку Тимми. Умоляю, спасите его. Как это жестко. Так, За давайте честь тогда спасем мальца. Мы же все-таки рыцари света. Отличный план. Паладины, так сказать. Давайте посчитаем, что же нас ждет. Спасите Тимми. Перебейте гнолов, похитивших ребенка. Недавно стая сголодавших гнолов напала на крестьянский дом, задрав несколько коров и похитив малыша Тимми. Остается надеяться, что эти твари еще не съели ребенка. О, Разумеется. Надо поспешить. Надо поспешить, друзья мои, иначе какие мы рыцари-то. Спасите! Вытащите меня из этой клетки! Быстрее, Тимми, ты должен жить! Разумеется. Так. Давайте перебьем их. О, лечебное зелье, отлично. Выпустите меня отсюда. Я хочу домой. Так, щелкните. Спасибо тебе, храбрый воин. Прими это в знак моей благодарности. А это что? Где враг? Кольцо защиты. Свет дает мне силу. Неплохо. Кольцо защиты нам определенно Теперь пригодится. Теперь я действительно зол. За моего отца. За моего отца. Ладно. Посмотрим. Ничего там. Теперь я действительно Вроде зол. Бы нету. За честь и отвагу. Все, возвращаемся Отличный обратно. План. Спасти Тимми. Конечно. Мы выполнили этот квест. Тем временем наступает За честь ночь. И отвагу. Разумеется. Ночь, это плохо. С одной стороны, с другой не очень. Наверное, я Отличный подкину план. Тебя, дружочек, потому что Разумеется. Ты какой-то коцанный. А у меня пока маны много, мне не жалко. Дети За радуются, честь и отвагу. Бегают. Все круто. Конечно.
Разумеется. Отличный план. За тоже честь и отвагу! Сидят. Отличный план. Никого больше здесь нет. Ладно, выходим тогда. За честь и отвагу! Куда-нибудь сюда. Конечно. Что отличный здесь план. Находится? За честь спасите нас! Еще один раз можно спасти. Забирайте все, парни! Все, что у них есть ценного! Это ловушка, ребята. Во имя правос... Это ловушка! Они гады! Они меня... хотят убить. Конечно. Что прикажете? Не бывать такому. Где враг? Я спасусь. Свет дает мне силу. Свет дает ему силу. Так, ну я думаю, что мы возьмем доспехи Вера. Разумеется. Они мне всегда были милее. За честь и отвагу! Конечно. Свитком мы похилимся, наверное, потом. За честь и отвагу! Нас грабят! Помогите! Было ваше, станет наше. Нам никто не указ. Эти негодяи украли мою учетную книгу. Без нее я не могу вести хозяйство. Она у них в лагере. Прошу вас, верните ее. Хорошо, я это сделаю. Отличный план. Итак, смотрим задание. Что же нам теперь надо сделать? Атаман разбойников. Убейте Менага. Атаман разбойников. Верните Герарду его учетную книгу. Разбойники, чья шайка Менега уже несколько месяцев не дает покоя жителям Странбарда и окрестных деревень. Только что разбойники похитили у фермера Герарда учетную книгу с важной информацией о его хозяйстве. Конечно. Разумеется. Что ж, мы паладины. Отличный света, план. Мы должны помогать за людям. За честь и отвагу! Отличный план. Этим мы будем заниматься. Разумеется. Отличный план, конечно. Подъемы. За честь и отвагу! Так, вроде бы никто не умер. Разумеется. Сильнем. Конечно. И у нас больше не останется. Разумеется. Так, ладно, давайте утро вперед. Конечно. Помолись перед смертью. Ну, насколько это возможно. Так. Что делать постоянно? За честь и отвагу! Так, у тебя уже можно не спать. За моего отца! За моего отца! Жаркий глупец! Нужно постараться, разумеется, не потерять ни одного бойца. Конечно. В принципе, я так и сделал. Я хиляюсь, я отличный хиляю план. Его. Жду, хиляю его и учетную книгу подберу заодно сейчас еще. Разумеется. Так, учетная книга, ничего интересного. Я служу свету. Подбираем книгу. Учетная книга. Круто. Свет дает мне силу. Свет дает мне силу. За честь и отвагу! Отличный план. Разумеется. Не за честь и отвагу! Маны. У него что-то плохо с маной стало. Разумеется. Ну ничего страшного. Благодарю вас за помощь. Пожалуйста, возьмите это. Что он нам, интересно, дал? Я служу свету. Конечно. За честь и отвагу! Не отличный знаю, план. Что он нам дал, но что-то полезное. Скорее всего, он нам увеличил. Вот, получена книга силы. Книга силы — это значит, что во у Артаса увеличилась сила как таковая. Где враг? И хорошо. Так, мне по-хорошему надо похилить еще вот его. Я служу а свету. У меня нету. Лечебное зелье есть, а маны нету. Сейчас похилим его и... Конечно. Свет дает мне силу. Я не думаю, что будет сильно. Отличный план. Проблема. Спасите нас! Он убегает! Честь и отвагу! Убейте его! Отличный план. Проклятие, орки уже напали! К оружию, братья! К оружию! Ура! Микроконтроль, братья! За моего отца! За моего отца!
За отца моего отца. Разумеется. Конечно. Вот он, скотина-то. Теперь я действительно зол. Убейте надсмотрщика и его охрану. Артас не должен погибнуть. Отличный план. По-хорошему, видимо, крестьяне тоже, но... Все так радужно, друзья. Все так радужно. За честь и отвагу! Разумеется. Так, заходим сюда. Здесь конечно. Что-нибудь есть интересное? Разумеется. Не знаю, может, за честь дополнительные и отвагу. Войска какой-нибудь? Конечно. Они получат по заслугам. За честь и отвагу! Поздно просить пощады. Они продолжаем получат по заслугам. Город в огне? Конечно. Разумеется. За честь и отвагу! Продолжаем со сорками. Отличный план. Спасаем людей. Конечно. Отличный план. Конечно. За честь и отвагу! Разбиваем здесь все. Смотрим, нет ли чего полезного. Отличный и, знаете, план. Здесь есть кое-что полезное. Что мы, собственно, и применяем тут же. Разумеется. И лечим при этом сразу двоих юнитов. Ну, тебя я, скорее всего, лечить не буду. А вот твоего напарника вполне себе. Потому что у него ХП все-таки разумеется. Меньше. За моего отца! Ломаем это тоже. Все. Конечно. И идем в самый они низ. Получат по заслугам. Здесь мы тоже еще не были с вами, друзья. Но сейчас будем. Сейчас будем. Обязательно будем. Разумеется. Вот и наши войска. Конечно. Да, ваше действо! Да, вот вроде. Есть. Как он обычно говорит. Так точно. Я служу свету. Жалкий глупец. Бьем их, как только можно. За моего отца! За отца, за сына, за брата, за всех. Отлично. Свет дает мне силу. Свет дает ему силу. Отличный это план. Очень хорошо. Мы тем временем получили дополнительные войска, которые мы можем похилить вот этим свитком. Разумеется. Как только у нас будут какие-нибудь проблемы, мы их отхилим. Наверное. Тащи этих вместе с остальными! Тащите их! Отличный план. За честь и отвагу! Конечно. Они получат по заслугам. Отличный план. Конечно. Разумеется. Отличный план. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу! Да хранит вас божественный свет, принц Артас. Ну что будет с теми, кого взяли в плен? Не беспокойся, мы спасем их. Они вернутся домой целыми и невредимыми. Принц Артас, лорд Утар ждет вас у лагеря орков. Он говорит это срочно. Да, с вами не соскучишься. Вперед! Ну что ж, друзья, это еще одна часть, которую мы прошли. Надеюсь, вам опять-таки понравилось. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока-пока. В общем-то, я надеюсь, что все круто. Ну, я убил до хрена. У меня действительно не убили никого. Отлично, мне нравится. Все, удачки, друзья. В следующей серии увидимся.